Ревизия Конституции, ревизия законов за последние 20 лет, конечно, она лучше бы выглядела наглядно, вот как в 90-х мы приезжали в Благовещенск, стояли на берегу реки, смотрели на Китай, и там стояли вот такие китайские вот красивенькие избушки. И когда мы прилетели сейчас и стояли на том же берегу и смотрели на Китай, то там уже стоят небоскребы, суперразвязки. А это были, ну, абсолютно там пустынные земли такие все. Во многих наших городах, к сожалению, приезжая даже там Краснодарский край, там были очень хорошие дороги, а сейчас приезжаешь после 20 лет, они вообще разбиты, еще хуже, чем было. Вот это вот страшно, вот это плохо, что когда ты видишь своими глазами, то чтобы там по документам нам отчитаются, или они попытаются там, не дай бог, еще Конституцию перекрутить, хотя бы эту надо выполнять просто, то, что там уже создано. А там крутить туда-сюда, ну, я лично против, ты против? Конституции перейдя. Вот, поэтому, ну, законы бы проверить надо, которые за 20 лет успели принтировать, наштамповать. Излишние надо уже убрать, потому что в современном мире многие уже просто не нужны. Больше свобод, больше доверяйте гражданам, простым людям, талантливым людям, неважно. Важно, чтобы правительство, власть и государство находило те точки соприкосновения с обычными людьми, чтобы все вместе продвигать вперед, вперед, вперед к цивилизации, и к популяризации страны, и, конечно же, для самого внутреннего пользования, чтобы страна была цивилизована, а главное, удобной для проживания всех граждан.